Так, всем привет. Приехал вот сегодня на Вальшнепе постоять. Солнышко уже село. Сейчас скоро начнется тяга. Тут вот молоднячок такой. Там побольше лес. Там молоднячок. Посмотрим. Будет сегодня тяга, нет? Тяга будет, камеру включу. Все, не забываем подписываться. Вон три тетерева полетело. Три тетерева летит. Сейчас первые выстрелы слышал на Вальшнеп. Ну, наверное, на Вальшнеп, уж не по тетеревам же стреляли. Три тетерева полетело после выстрела, поднялось. Я пока еще ни одного не слышал, нигде не видел. Сейчас должно начаться. Ждем. Прошел далеко первый. Попробуем, может, вернется еще. Поманим. Ну, хоть видел одного, и то хорошо. А то уже слышал там. Раза три стреляли, а сам никого еще не видел. Думаю, что за хрень. О, опять выстрел. Все, потянул. Одного видели, ждем. Готов. Далеко было. А у меня были говнопатроны какие-то трехлетней давности. Шестерка, семерка там какие-то. Вот он лежит. Че, первый? Полем. Одного вот видел, пролетел. Вот второй, хоть и далеко, но, в принципе, на выстрел. Первый есть. Все, стоим дальше. Ё-моё, опять стороной прошел. Что ты будешь делать? Чуть-чуть не хватает на выстрел. Он идет стороной. Стороной прошел. Вот он. Чё? Есть? Вот он, красавчик. Стоим дальше. Так, чё? Ну, тяга еще чуть-чуть есть. Он сейчас не успел камеру включить, промазал по одному. Но уже смысла нет, как бы на камеру ничего не видно. Мне, в принципе, на сегодня хватит, поеду домой. В общем, такая охота получилась. Больше стоять не буду, у меня ни фонаря, ничего сегодня нету. Все, всем пока. Не забываем подписываться.